приятного времяпрепровождения. С вами, как всегда, Козел Альпийский. Мы подходим к камням, к моей малой Шотландии. Самое любимое мое место на выпасе. По крайней мере, предыдущие годы было оно. Детеныш как прыгает. Не успел, наверное, заснять, как он прыгал. Детеныш уже давным-давно нагулялись. Они сытые. Ну, понятно, с таким размером быстро можно наесться. И зачем же я иду? Помимо цветущей бузины, хотел еще заснять цветущую черемуху. Видите, вот белые цветы, белые верхушки. Это черемуха. Она, ну, сейчас уже не так сильно, но жалко, запахи нельзя передать. Раньше, еще вчера, она цвела, пахла, на весь выпас пахла. Очень-очень красиво. Здесь много черемухи. Вот куст, ну, дерево, вот дерево, вот. Вот несколько деревьев черемуховых. На самом деле, бывают такие места, где черемуха вообще не растет. Но вот у меня так получилось, что она растет, и тем более в изобилии. Черемуха – это самое раннее, как я уже несколько раз говорил, дерево в наших краях. Она начинает выпускать листья. То есть, вот когда я вышел на выпас, только черемуха показывала, что весна, остальные деревья стояли. Ну, если предыдущие ролики пересмотреть, там видно. Только черемуха что-то показывает, остальные деревья стоят как сухие. И у черемухи есть обратная сторона, она раньше всех начинает облетать. То есть бывает, если год холодный, уже 1 августа на ней красные листья, и она уже облетает. Но вот если как бы теплый год, вот был у нас год на 2020, год без зимы, я его называю, не было снега. Именно вот у нас в Ленинградской области, где я живу, не выпадал снег. Снег, не, вернее, он выпадал, не лежал, всю зиму простояла, значит, зима без снега, природа без снега. И вот в этот год, даже в сентябре, черемуха была зеленая. Я на всю жизнь это запомнил. Я жалею, что у меня тогда не было канала. Надо было хотя бы пару роликов заснять. Но вот я не снимал, к сожалению. Не знаю, будет ли когда-нибудь еще такой год или нет. Тем временем звери. Уже подходят к тому месту, где раньше не паслись. Теперь они пасутся там часто. Опять он какой-то из козлов лег. Детеныши вот около меня, они трутся. Как они уже говорил, они меня больше считают своим стадом, чем основное стадо. Потому что еще возраст у них небольшой, в стадо не влились еще. Сейчас уже немножечко похолоднее стало. У нас, видите, ветер какой сильный, деревья. Красиво тоже, какая картинка. Деревья, видите, как ветер облизывает. И уже здорово стало прохладно, видите, животные легли. Лежат. То есть раньше я никогда не позволял ложиться животным. Загонял их сразу вот туда в бункер, чтобы лежали там. Здесь только есть. А то траву подавят. Ну вот сейчас их стало мало. Практически все в кадре, кто есть. Поэтому я им разрешаю. Вот козел тоже, не знаю, хочет он лечь или вот так. Лениво стоять ему уже, не знаю. Видите, нет, стоять лениво было просто. Вот так, а на сегодня все. С вами был Козел Альпийский. До новых встреч. Всем пока.